1 июня в Челябинской области стартует конкурс на лучшую социальную инициативу «Моя сторона». Это проект сторонников партии «Единая Россия». Заявить о себе и продемонстрировать благотворительные акции могут любые некоммерческие организации и просто активные южноуральцы старше 16 лет. Для нас важно то, чтобы люди, которые это делают бескорыстно, от души, чтобы мы узнали о них. И понимая всю значимость этих проектов, выбрали лучшие проекты и, возможно, потом помогли им с грантами или помогли им административно как-то решать их задачи, потому что именно эти люди и делают добрые дела, что называется. И эти люди бескорыстно помогают другим людям. Проекты могут быть абсолютно разные. Например, помощь ветеранам, уход за больными детьми, озеленение города, решение проблем беспризорных животных. Проходить конкурс будет с 1 июня по 31 августа. Подробнее о нем можно узнать на сайте сторонники.инфо. А я добавлю, что сторонники партии «Единая Россия» реализуют сразу несколько социальных проектов. Как, например, пенсионеры раздавали памятки о том, как уберечься от мошенников и вымогателей по СМС. А затем был запущен региональный проект «Зеленая волна». Активисты высаживают деревья, выращивают деревья.